Всем привет, чувачки, с вами Алскел, и со мной сегодня Полина. Всем привет! И сегодня у нас будет наконец-то открыта новая ачивка. Она называется «Гоним виноград». Сегодня, ребята, будет самая крутая ачивка за весь наш летсплей. Мы будем пить вино. Мы будем пить пиво! Пришел взять, мы будем пить пиво! Ура! В общем, сегодня мы для себя откроем новую штуку для фермерства. Это пивоварение. Это будет что-то странное, но давайте попробуем это сделать. Для того, чтобы сделать вино, пиво, водку, все что угодно. Чем мы занимаемся? Пить плохо. Очень. Для этого нам нужно 3 слитка железа и тут сложно. Надо сначала сделать обычную бочку. Я никогда не делал бочку. Я делаю бочку вроде бы вот так, А что я как будто уже напилась? Что? Какие? Что это? Да это твое, это, естественно. О, я делал пивоварное. А, это у нас, короче, есть скорость. У нас же сверху маяк, и у нас всегда типа скорость добавлена. Я поняла. Для начала нам нужно сюда прийти. У нас здесь виноградники. Я хотел вам их показать. Смотрите, я как Путин, у меня есть виноградники. Мне кажется, сегодня есть повод отпраздновать. Ты так не считаешь? А почему? Хороший день. Солнце встало, повод. Давай собирать виноград. Слушай, собирай как можно больше. Правой кнопкой так. Ой, я застрял. Нам немного надо на самом деле, так что ты там это... Зачем нам много, да? А чё так тут очень узко? А это чтоб удобно было никому. У меня уже 40 винограда, нам этого предостаточно. Все другое уже все в жопу. Смотри, ставим вот такую вот бочку. Мы смогли сделать, правда, только такую одну. И теперь ставь туда виноград. Сейчас будем подписчика учить гнать вино. Так, это я сделала. Да, только почему-то показывается блок пшеницы, но мы это упустим. Она должна закрыться в себе. Что-то не закрывается. Она должна закрыться и начать бродить. 100% она должна закрыться, эта бочка. И после этого начнется вот именно, когда она начнет превращаться в вино. Так, мне в голову пришла гениальная идея. Слушай, если сделать вот так... Ага. Если сделать вот так вот... А, так, у нас получилось саженец вишни. Нам нужны фруктовые бревна для того, чтобы делать еще эти бочки. А у нас получается вообще нет этих фруктовых бревен, потому что мы не особо гуляем там далеко от дома. Я, короче, взял, сделал, только что скрафтил. Нужна была вишня. Вот, допустим, ставим сюда саженец. Все, надо костная мука. Так, крафтим еще одну бочку. Так, сейчас, секунду, я приду, Полина. Так, еще одна бочка готова. Я бегу к тебе. А где у нас картошка? Стоп, картошка. Картошка нужна, сейчас кое-что еще сделаем. Так, картошку собрал, все нормально. Ставим рядом еще одну бочку туда, закидываем уже картошку. А, смотри, у нас саженец же вот этого дерева есть. Мы его вырастим по-быстрому. Оп. Вырос. Видала, как могу? Видала? Магия, конечно. Да, так, странно то, что бочки не закрываются. Ну, погнали, пока что поспим опять. Так. Погнали обратно к нашим бочкам. Ну что, ты нашел, как делать пиво, Антон, наконец-таки? Да, но, слушай, так, пиво делается все-таки так, как я и думал. Оно должно просто закрыться. О, смотри, одна бочка уже закрылась. Осталось просто тут, короче, молитву читать, чтобы тут пиво у нас выросло. Подожди, а тут ты пиво делаешь из картошки? Подожди, чё? Да, тут, короче, разные напитки можно делать. Сегодня, Полина, у нас будет алкаш-день. Из картошки. Из картошки. А что из картошки делать, не знаешь? Нет. Ну, ты знаешь. Я знаю, что сидр делают из яблок. Опытный алкаш, смотрите. Вот. А с чего делают водку, Антон? А, я не знаю. Так, прошло много времени, и наши бочки, по идее, приготовились. Теперь нам нужно взять скляночки такие, ну, типа, бутылочки, знаешь, такие для приготовления, короче. О, понимаю. Давай сразу с бокалами, Антон. Давай. Я свечку тебе принесу, давай. Свечку? Да. Могильные. А шашлычки будут? И шашлычки будут. Где-то лежат бутылочки. Они нам нужны. Вот они, бутылочки. Чё, малая, пойдем по бутылочке хлопнем. На. Погнали. Я кое-что забыл. Секундочку. Кстати, ребят, я все забываю вам сказать. Я хочу опять возобновить рубрику «Посылки от подписчиков». Поэтому я открыл свой абонентский ящик, на который вы можете отправлять посылки и письма. Желательно посылки, потому что посылки я буду обозревать в видосах. Так что отправляйте на этот адрес, а вы попадете в ролик. И также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы еще не подписаны. 80 тысяч лайков, выходит новый летсплей по Майнкрафту. Для начала ничего не делай с бутылочками. Сейчас я сначала все сделаю. Что ты тут строишь? Стол, типа? Это наш стол, да. Так, делаем вот так вот. Ставим. Так, потом ставим вот так вот. Это... романтика какая! А чё у нас стол из земли, я не понял. Тихо. Мы бюджетный бюджет. Это все из-за компьютера.
Сиди, сиди, у нас романтический ужин. Романтика. Так, я делаю вот так. Правая или левая? Выбирай, левая или правая? Правая или левая? Зомби, правая. Правую выбираешь, да? Да. А может левую лучше? Да давай уже. Не, выбирай левую, выбирай левую. Наливай. Не-не, выбирай левую. На тебе для начала стейк, вот, еда. Левую тебе, да? Да давай левую. На тебе левую. Я тебя сегодня собрал здесь, чтобы набухать. Вместе давай выпьем этот напиток. Регенерация, что? А у тебя что? Какое зачарование? Сопротивление. О, ты сопротивляешься урону, как настоящий алкаш. А у тебя какой напиток был? А у меня было вино. Да блин, Антон, ты что, даму водкой споил? Ну блин, ну иначе нет. Пошли спать, там монстр, блин, трындец. Я сплю с бутылкой в руке. Так, я выполнил ачивку, гоним виноград, Полина. Ночь прошла, еще один замечательный день. Давай приготовим сейчас еще классные, тут разные есть напитки. Для этого нужны разные там штуки, допустим, нужна пшеница, нужно еще там что-то. Так, я взял картошку. Возьмем обязательно пшеницу, потому что с пшеницы тоже что-то можно делать. Я не знаю, вот это вот возьмем, вот это вот возьмем и вот это вот возьмем. Жалко, у нас бочек только мало. О, слушай, тут дерево-то выросло. Сруби дерево, пожалуйста. Нам нужен виноград для того, чтобы, короче, потом сделать еще одно фруктовое такое дерево. Это таким же образом... не виноград, это вишня. А, ну... Да, короче, с него мы будем делать разные там штучки такие классные. Так, давай сюда мы замешаем. А, стоп, мы же картошку уже мешали, и у нас получилась водка. Вот пшеница у нас есть, давай вот так пшеницу сделаем. И у нас есть рис. С риса получилось, мне интересно, что получится за коктейль. Саке. Саке. Не, саке я пить не буду. Так, я сейчас сделаю нам еще одну бочку. Ох, Полина, мы будем тут бухать с тобой. Какой пример мы подаем. Слушай, ну ты не разгуляйся, сопьешься так. Кто мне запретит? Я. Блин, ладно. Я тебе запрещаю. Но сегодня можно. Я сделал еще одну пивоварную бочку. И делаю еще одно дерево, чтобы у нас еще были как бы бочки. Обкладываю вишней, и у нас получается еще одно фруктовое дерево. Отлично. Полиночка, я иду к тебе, ты там мне пивко-то приготовила. Это не я, это ты приготовил. Блин, готовится еще. Так, давай вот так ставим. И что мы сюда положим? Так, у нас, кстати, тут должны быть еще какие-то напитки. Интересно, с чего их можно делать. Так, сейчас, сейчас. Мы можем сделать пиво. Каим какой-то можем сделать. Сидр, медовуха. Я больше по пиву. Медовуха с меда делается, у нас есть мед. У меня есть мед с собой, Антон. Давай, 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 закидывай, закидывай. Соты нужны, мне кажется. Пчелиные соты есть и... Давай, давай, сюда прям закидывай. Только соты и все? Да, 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 давай. Получилось! Так, остается ждать. Для вас это секунда, для нас это бесконечность. О, закрылась, прикинь, только что. Так, вроде бы наши напитки должны уже вырасти там. Так, вроде бы вы выросли. На, я тебе дам бутылочку, да. На, дорогая. Пустой бутылочки, нахлебайся. Ты меня спаиваешь. Давай, выбирай любой напиток. Я не знаю, что где, я забыл. Я хочу медовуху вот эту, которую я тут знаю точно, а, что. Ну давай, давай, давай. А, посередине рис, кстати, он быстрее забродил. Так, рис. Это саке, реально саке получается, напить свои саке. Оно даже желтое, я пить не буду. А у нас здесь получается... У меня получилось виски. Это я пшеницу закинул, получается. О! А какие эффекты от них? Ну-ка, я выпиваю виски, и у меня... Поглощение, прикинь, у меня эффект поглощения. Я-то думал, я буду бухой. У меня скорость и прыгу... Скорость. Чего? Как так? Это странно, я не понимаю, знаешь, почему... Знаешь, какая быстрая цаке. А медовуха что дает? Дай мне медовуху, дай медовуху. А с медовухи у нас получается... Утомление? Почему совсем? Всех нормально тут утомление. У меня спешка и утомление. Нормально, слушай, неплохие это напитки на самом деле. Я думал, нас будет, знаешь, типа укачивать, как когда мы берем там, типа, вот эту вот рыбу. И у нас просто вот так укачивают. Есть еще что-то, что можно приготовить, что мы еще не пили. Каим мы какой-то не пили. Сидр мы не пили. Слушай, у нас есть кактусовые плоды? У нас есть кактусовый плод, с него тоже что-то делается. И нам нужны яблоки. Так, я все взял, что нам нужно. Вроде бы там еще с маниока можно что-то сделать. Ну-ка, маниок. С маниок. Реально что-то можно сделать. Яблоки, это сидр у нас будет. Мы еще можем кактус заложить. Давай, кактус. Давай, закладывай. И все, для вас опять секундочка. Мы сейчас вернемся. Мы как бабушки с настойками какими-то своими странными. Да. А сейчас смешаем, дорогуша. Самого кончика, да, сгоним. Так, наши напитки должны быть уже готовы. Ура, так, дегустация! У нас вишня выросла уже, прикинь. О, нормально, нормально. Эники, бэники, ели вареники. Раз, какой два, будешь? Три, я буду в среднюю. Что это у тебя? Сидр! Ура! Так, а у меня тисвин. Я сделал тисвин какой-то. И что это еще? Каим я сделал, каим. Везение! Что значит везение? Сидр дает везение какое-то. Какое везение? Что, блин? У меня каим. Что такое каим, я вообще не знаю. Мне кажется, казахская какая-то.
какое-то блюдо. Прыгучесть! Смотри, я прыгучесть просто себе получил. Неплохо, я просто прибухнул еще и прыгать умею. Классно, классно, мне очень нравится. И у меня остался тисвин. Я не знаю, что такое тисвин, ну-ка, давайте попробуем. Тисвин мне дает прилив здоровья. Мне плюс 2 сердечка дало, только не знаю зачем, правда. И утомление. Я не знаю, мне дало 2 сердечка, ну-ка, попробуй меня ударить. Прилив здоровья. Я в первый раз вообще такое зачарование вообще вижу. Что это такое? Прилив здоровья. Я нифига не здоровый, если честно, если так посмотреть. Короче, странно так. А какие у нас ачивки еще открылись? Никаких. Вершки, корешки, вырастите, соберите каждый съедобный урожай. А мы что, еще не все вырастили? Я не знаю. Мы, может, не попробовали это все? Вырастите и соберите каждый съедобный урожай. Что мы не сделали? Вот это я собирал. Слушай, может, я вот это не собрал? Так, я собрал. Я не знаю. Мне кажется, я все собирал уже. Сейчас я просто пробегусь. Мне кажется, у нас есть не все. Ты хочешь сказать, что мы не все вырастили? Да. Да ну, мне кажется, а все. А есть еще банан, абрикос. Это тоже считается, нет? Я не знаю, не должно считаться. Непонятно. Мы реально 3 штуки чего-то не нашли до сих пор, прикинь. Это все ты виноват. Походу, мы манго до сих пор не нашли, прикинь. А что еще есть? Авокадо, да? Авокадо, по-любому, авокадо. Слушай, мы должны были это все собрать. Бананы мы до сих пор еще нигде не нашли. Дыню не нашли. У нас реально 3 фрукта вот этих вот осталось и все. Мы их не нашли нигде. Имбирь мы еще не находили. Редиску вроде бы мы не собирали вообще, у нас не было. Не была редиска какая-то. Хабанера? Точно у нас не было хабанера. Я не знаю, что это такое. Пош панамера. Я ем кабанера. А все другое как будто у нас было, я не знаю. Оливки мы еще не находили, вот точно оливок не было. Короче, я не знаю, это странно, но мы не находили. В следующих видео обязательно это все повыполняем. Приготовьте именной торт празднования. А давай попробуем вот эту вот ачивку выполнить. А мы разве не делали его? Не, мы ни разу торт не делали. Ты вообще никогда торты не ела в Майнкрафте. Для этого нам нужен сахар, яйцо, факел, рожь, кондитерская посыпка. Кондитерская посыпка с красителя делается плюс сахар. Погнали, сделаем. Но сначала поспим. Ненавижу ночь. Погнали искать ингредиенты. Принеси мне, пожалуйста, яички. Яички? У меня одно есть. А сколько надо? Одной... Нет, давай два. Два яйца нужны. У меня только одно. Другое возьмешь свое. А, ну ладно. Я нашел еще яйца. Вот это вот яйца. Что нам еще нужно? Сахар. Сахар нам нужен. Так, я нашел сахар. Полина, ты кого к нам привела, Полина? Трындец, ты смотри, кого ты к нам домой водишь. Полин? Ёпарысете! Я нашел андермена, я его сейчас убью. Али, он меня сейчас убьет! Я не знаю, где он! Он пропал только что! Иди сюда! Иди сюда! Он меня убил только что. О, с него хотя бы очко его выпало. Здравствуйте, Полин. Здравствуйте. Ты говорила на улице? Перепланировочка. Понимаю. На улице взорвалось, я поверил, да. Это на улице было. Ну, да, я вижу. Так, у меня вроде бы все ингредиенты, кроме красителей, есть. Я не знаю, где красители у нас. Вижу один краситель. О, вот, вижу красители. Так, пытаемся скрафтить тортик. Так, делаем вот так. Я с самого начала все делаю уже не так. Сахар плюс краситель. Что я... все, я понял. О, у меня получилась кондитерская посыпка, прикинь, круто. А я убиваю пауков. Я уже почти сделал. Я все делаю неправильно. Делаем вот так, делаем вот так, делаем вот так. 2 торта получилось! Вау, типа для тебя, для меня, для кое-кого особенного. На, вот ты моя особенная. О, ты тоже выполнила эту ачивку. Это пончик же, нет? Давай ставим. О, смотри, какой он крутой. Офигеть. Ну-ка, теперь кушаем. Мы его еще можем на кусок откусывать. Он прям выглядит как настоящий майнкрафтовский торт. Вот прям почти, только он намного круче. Он какой-то праздничный. Типа, мне 5 лет. Но он немножко на пенечек похож только, ну ладно. Ну, чуть-чуть. Слушай, мы выполнили ачивку, поздравляю. Ура! С днем рождения! С днем рождения! И мы можем выполнить еще одну ачивку. Сделайте головку сыра. Я могу сделать головку сыра. Нам нужен уксус. Уксус крафтится как-то. Нужно ведро молока и нужен ячмень. Все, то есть изи. Сейчас я сделаю. У нас есть бутылки. О, как раз у нас есть бутылки. Классно. Так, опа. Я сделал уксус. Отлично. Но мы сделаем сразу 2, потому что нам на ачивке нужно. И нам нужны ведра. Так, вот так, раз. Вот так, 2. Все нормально. Блин, а ты ремонтировать дом не собираешься там случайно? А мне нечем, как бы. Так, теперь нам нужно
нужно уксус с молоком смешать. Ты вообще знала, как сыр готовится? Я только сейчас узнал. Уксус плюс ведро. То есть молоко должно скиснуть, и получается сыр. Я сделал сыр. А, в ведре должно молоко скиснуть? Да. О, смотри, на тебе сыр. Давай попробуем съесть его. Смотри, сыр так же, как торт ставится. Я вообще не знал. Я подумал, его кушать нужно. Что? Ты его на кусочки разделила? Как ты это сделала? Вау! Покажи мне. Кусочек сыра. Охрененно. Он еще и дает еду. Классно. Прям вообще полтора голода. Это офигенно. И у нас следующее. Биг Кахуна бургер. Съешь сытный чизбургер. Полина, давай мне сейчас ингредиенты. Нужен хлеб, любой хлеб. А как я тебе его где достану? Ясно. Я думал, ты шаришь. У меня только яйцо, будешь яйцо. Так, у меня стоп, овса. Не-не-не, сейчас, секундочку, нужно хлеб сделать. Оп, я сделал хлеб. Дальше нужны стейки и помидор. Принеси мне помидоры с грядки. Да, мой повелитель. Я нашел помидоры, помидоры больше не нужны. Блин, а что раньше не мог сказать? Ты там, ладно. Так, говядина нужна, кусочек сыра и лист салата. У нас и листья салата вообще есть? По-любому мы их как-то выращивали, у нас должны быть листья салата. Да, у нас есть листья салата и кусочек сыра. Отлично, мы сейчас делаем чизбургеры. Так, делаем вот 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 так. Чизбургеры сделаны! Два чизбургера, слышишь? Они гиперсытные, просто они гиперкалорийные. Антон, у меня голода ноль. Ноль голода. А ты побегай так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И трать. А, я тебе могу еще поизбивать. Иди сюда. Раз, два. Раз, два. И теперь просто бегаем, и у нас голод тратится. Он полностью пополняет голод, даже когда... Так ноль вообще голода невозможно, мне кажется, да? Офигеть. Реально много. А нам в ачивке что нужно сделать? А, нам его нужно было просто приготовить. Мы выполнили ачивку! Ура! Ну, короче, давай его съедим. Может, эффекты какие-то дает. Даже тошноту не вызвал, представляешь? Какой классный. Мы выполнили еще одну ачивку. Чизбургер был очень вкусный. Спасибо всем, кто болел за нас. Я захотела есть. Я тоже. В общем, ребят, спасибо большое, что досмотрели этот ролик. А с вами был Милскел и Полина. И Вэл. Всем удачи и всем пока. Пока.